В Бельгии эпидемия сальмонеллеза. На северо-западе страны заразились учащиеся 38 школ и дошкольных учреждений. Выявлено уже порядка 225 случаев. Все дети питались в столовых, закупающих продукты питания у одного и того же поставщика, пишет газета «Ле Фигаро». По словам медслужбы Фландрии, диагноз сальмонеллез подтвержден у 129 человек. Компания-поставщик продуктов закрыта. Специалисты ищут конкретный источник заражения.